Миссия, конечно, как миссия всей церкви, это нести Слово Божие, да? Но особенно в тех местах, где церковь испытывает больше нужды, в духовенстве, или, то есть, где чувствуется, что есть много желающих, то есть, принять веру, но нет, кто проповедовал. Да? Также, как миссия этого института, образование будущего духовенства. Поэтому наш институт, то есть, взял на себя тоже обязанности образования в духовных семинариях в разных странах. Вот. А все-таки вас вот сюда, в Россию, в Татарстан, кто направил, руководитель вашего ордена? И из Москвы уже, или из Ватикана? Кто направил-то? Руководитель нашего ордена. Ордена все-таки. А с руководством Ватикана они как-то, как это все связано? Иерархия, как выстроена? Нет, этот вопрос согласовывается напрямую с местным епископом. Епископом России. Да, в России. Ватикан тут не... Никак.